В преддверии светлого праздника Наурыз сотрудники Центра занятости Усть-Каменогорска раздали продуктовые наборы 120 малообеспеченным семьям. Кроме того, в честь весенних праздников работники центра порадовали посетителей неожиданными подарками. Сегодня особенный день в Усть-Каменогорском городском центре занятости. Работники учреждения встречают каждого посетителя с хорошим настроением и угощают традиционным блюдом наурыз-кожи. 18 марта считается днем добрых дел. Вообще праздник Наурыз принято совершать добрые дела, помогать нуждающимся, дарить подарки, что мы и делаем каждый год. Сотрудники нашего центра с радостью взялись за организацию этого праздника. Идея им очень понравилась. Пользуясь случаем, хочу поздравить казахстанцев с праздником и пожелать всех благ. В рамках праздника сотрудники учреждения провели для посетителей викторину на знание национальных казахских традиций и обычаев, а правильно ответившим дарили подарки. Жителей, безусловно, очень радует праздничная атмосфера, созданная сотрудниками учреждения. Сегодня пришел в центр занятости. Отличная идея, праздничное настроение. Желаю удачного года, как встретим, так и проведем. Наконец-то у нас появился Наурыз. Желаю единения, счастья, здоровья всем огромного. И долгих лет. Я получаю адрес на социальную помощь. В этом учреждении работают специалисты, которые хорошо выполняют свою работу, а в честь таких праздников они всегда нас радуют подарками и вниманием. Спасибо сотрудникам этого учреждения. Мы погрузились в атмосферу праздника Наурыз. Каждый год в этот день здесь проходят такие торжественные встречи, что не может нас не радовать. Особенные подарки преподнесли мамам в одиночку, воспитывающим своих детей, а также многодетным семьям. Им вручили корзины с продуктовыми наборами. Многие из посетителей уже на протяжении многих лет получают такие презенты от сотрудников центра занятости. Добавим, семьям, которые не смогли присутствовать на мероприятии, лично на дом доставили подарки. Фатима Макзумова-Касенова, Медет Жумабаил Нурнурайканов, Алтай Ахпарат.